Что, кротоуха? Кротоуха, да. Это... Густая, как желе. Давайте это вкусите, запахи понюхать. Да? Понюхайте, а что готовят? Фихоуха. Да. Блять, а пахнет этим мандарином сейчас каким-то, ребят. Давайте. Да, цитрус есть. Ну, есть? За успех нашего цитрус. Безнадежного дела и не хвастай ни чешуи, бля. Здорово, ребята. Первые числа декабря ознаменовались новой поездкой в Удомлю, на уже известное нам озеро. Тилапия прочно засела у нас в мозгах. В нашем телеграм-чатике не проходило ни дня без упоминания об этой рыбе, повадках и предпочтениях в приманках, а также способах подачи. Да потому что убежали от нас! Колотишь-то скорее. Колодечки, колотишь. Сейчас взвесим. Двух и больше, как думаешь? Был за 0.08, аккуратненько вот так. Да не, мило. 0.08? Да. А почему он синий? Мормышка 0.3. Руслан, ты что-то шутишь, нет? Ну да. Почему у тебя синий шнур? А это новый прототип. А серьезно, что у тебя? Лайтгейм. Лайтгейм 0.3, да? Да. Окей, кило 200 максимум. Да не. Кило 200 максимум. Орёнчик, да? Не чертирует. Не, это... Лайтовый, лайтовый. Не, 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 всё. Ага. Блин, Кирилл, это, походу, хороший, да? Ну, в сравнении с первой, да. Там на кило так... Погоди, погоди, погоди. Дим, поймал? Надеюсь, не меня. Ну, вы, походу, это... Друг друга тянете, что ли? Блядь, и я, что ли, вас? Я друг друга. Я тоже думал, там в трюху. Серега отличился. Красавица под полтораху точно, да? Ну, да. Брала, вначале удар был. Еще одна подмотка. Нитка, наверное, где-то 0.2, да? 0.25. 0.25. Ну, ее же подошла и ушла опять, да? Да. А тебе не окунёк, да? Кайфануть сейчас можешь. Это даже не сюда. Есть! Красава! Готовы? Прошло всего 2 недели с нашего прошлого выезда. Но это казалось таким большим сроком, что все с нетерпением ждали того момента, когда мы наконец снова встретимся рано утром в намеченном месте и двинем организованной колонной в сторону этой великолепной акватории. Пошла джаза. О, где водятся эти поистине изумительные рыбы. Блуберт пошел в работу. Сразу скажу про характер поклевок. Тилапии частенько клюют аккуратно. Сразу и не скажешь, какого размера добыча у тебя на крючке после подсечки. Но спустя пару секунд вся ее мощь раскрывается, и на вываживании она показывает себя с лучшей стороны. Со стороны непримиримого борца за свободу. Пытаясь уйти подальше от берега, заставляя фрикцион катушек буквально дымиться, стравливая метр за метром тонкого шнура. Как обычно, шутками и прибаутками дорога от Дубны до намеченного места пролетела незаметно. И вот мы на берегу уже знакомого нам водоема.
Пока большинство из нас, сразу привязавшись, побежали ловить своих первых тилапий, некоторые остались у машины для небольшого легкого перекуса. И, как впоследствии оказалось, в это время был самый активный клев. Ну ничего, зато не голодные, подумали мы и, встав рядом с парнями, принялись усердно хлестать воду. В тот день я ловил спиннингом от Ферти Райс, Ария Турнамент 682 КСУ. Длина его 203 см, быстрый строй и тест от 0,4 до 4 грамм. 53 грамма веса, легкая палочка, на которой я поставил ультралегкую катушку Vanquish 23 года от Shimano в 1000 размере SSS PG. Нитка у меня осталась неизменно с прошлого выезда. Это все тот же шнурок от Дайва, Gigabijin DuraSensor 0,2 размере. Единственное, что я изменил, так это перемотал его другим концом наружу. Шнур ярко-розовый, хорошо заметно, когда он теряет свою прочность. Становится блеклым, уже не держит заявленную нагрузку. Забегая вперед, скажу, что в эту рыбалку у меня было на порядок больше обрывов на рыбе, чем в первый выезд. Уклеечка, окуньки, мелкие тилапия. Все было. А те немногочисленные у меня поклевки хороших экземпляров заканчиваются либо сходами, либо обрывами. Но как же так? Настроение понемногу портилось, добавок в пылу очередного вываживания, и не помню уже какого по счету обрыва, я не заметил и хорошенько черпанул воды с сапог. Взбодрился. Солнышко постепенно поднималось, то появляясь, то исчезая за тучами. Красивые виды вокруг, испарение от теплой воды. Красота! У парней то и дело попадалась рыбка, но клев был все хуже и хуже. Вскоре место под солнцем разделили с ребятами из рыбалки-шопа. Но так как клев к тому времени в пути, коллективным решением договорились переехать на другую точку. Попробовать там, тем более по рассказам Никиты и Марии, да, которые уже были там сегодня, клевало в том месте значительно лучше. Да. Меньше будет. И где ты еще не вывалил, да? Ну на выбросе прям там, да? Сказано, сделано. И действительно, не успели мы прийти, как началась раздача. То там, то тут началось выкачивание рыбы, диск фрикциона и радостные восклицы. Народ ликовал. Что же мы раньше сюда не приехали? Причем удивляло то, что никого кроме нас здесь не было, от слова совсем. Участок небольшой, порядка 100 метров, и мы здесь хозяева сегодня. Есть! Наконец-то распечатался я, рад был до безумия. Но время неумолимо бежит, и вот уже наступили сумерки. С темнотой пришли злые поклевки. То ли тилапия вылезла ближе к берегу, то ли злой судачок с окунем. Но лишь у меня за полчаса было столько поклевок, сколько не было за весь день. Только толку ноль. То сход, то обрыв, то сход, то обрыв. А на улице темнее, темнее. Перевязывается все сложнее, сложнее. Саша, Саша, блядь! Сейчас бы нахуй лег, бы просто пиздец. Ты нормалек? Нормалек. Блин, такой щелчок судаковый. Ну ты маленький, ты жить должен, мне кажется. Такая, да? Да. Сань, у тебя телефон, говорят, нет? Да? Надо? А, блин, у меня в машине в этом, в рюкзаке оставил. Да? Что дальше, Олег, сегодня? Выступление закончил почти. Потому что с этим местом мне все понятно. Что делать? Никита, а вы где стояли-то? На той стороне. Не, на той стороне.
Как вкусно пахнет, да, костром? Фу-ху-ху-ху-ху. Да, подожди, как дала. Так незаметно рыбалка подошла к концу, и мы, уставшие, но довольные, получившие заряд эмоций, двинулись в сторону автостоянки. Впереди нас ждала долгая дорога домой. Оборвала опять. Whitebait 08. Тилапия, жди, мы скоро вернемся. Всем спасибо за просмотр. Заходите в наш уютный телеграм-чатик, канал Мормышленка Дубни. Там много болтовни и спама порой, но, как и везде, прилетает, бывает нужная информация. Читайте, делитесь с друзьями. Милости просим. Всем счастливо, всем пока.